Минздрав и Владимир Потанин, возможно, незаконно наживались на детях. Следственный комитет выясняет, не было ли сговора между чиновниками и фармацевтической компанией, которая принадлежит бизнесмену. По данным Лайфа, речь идет о закупке вакцин для профилактики пневмококковой инфекции. Из казны в частные карманы могли незаконно перекочевать свыше 300 миллионов рублей. Вопросы возникли после масштабной проверки Минздрава аудиторами счетной палаты. Сейчас следователи изучают тендеры последних двух лет. По оценке экспертов, цена вакцины при закупке была завышена в сотни раз от номинальной стоимости. Кроме того, часть препаратов оказалась регионам вовсе не нужна. При этом бюджетные деньги уже были заплачены. Незаконная прибыль осела на счетах известного зарубежного фармпроизводителя и компании Потанина, поставщика вакцин на российский рынок. Кроме того, с молчаливого согласия чиновников Минздрава неоправданно завышались цены на лекарства из списка жизненно важных препаратов. Подробности расследования на Life.ru.